Спасибо, дорогие преданные, что вы пришли. Я прекрасно понимаю, там сейчас идет лекция Тривидрама Махараджа. И это без сомнений гораздо более ценно, без сомнений. Поэтому хорошо подумайте, что будет завтра. Может быть, завтра лучше туда сходить. Так или иначе, сегодня мы начнем наш пятидневный семинар. И, конечно, я не знаю, для начала я, простите, очень сильно хотел выразить свою эмоцию, что я так счастлив, что мы проводим фестиваль в этом году. Ну, реально. В прошлом году не было фестиваля, и как будто, я не знаю, как будто вот, ну, не так, что прям год потерянный, но почти так. Ну, почти так. Ну, просто, как будто мы, вот, чего-то нам вот реально не хватило, что-то у нас отобрали. И в этом году, как бы там ни было, у нас было много сомнений, потому что, ну, поймите, это очень большая ответственность, проводить подобные мероприятия в таком масштабе, в такой период. И, тем не менее, преданные решились, Ачютаприя Прабху дал добро, Гаурабхуним Прабху, Примараса Прабху, большая команда, огромная команда преданных,
огромное количество менеджмента. И, ну, реально здесь праздник. Вот реально праздник. Это так здорово. Спасибо вам большое всем, что вы приехали. Это для нас большая удача, огромная удача. Здесь вдохновляться, петь киртаны, быть вместе со всеми. Я не знаю, как у вас, моя вера очень сильно укрепляется, когда я вижу столько преданных, которые практикуют, которые счастливо поют. Я не знаю, я сегодня пришел на Мангаларати, практически полный пандал людей. Полный пандал людей. Но это очень вдохновляет. Я скажу несколько слов о семинаре. И для начала я хотел сказать вот что. Наш семинар называется «Арчанам. Путь изменения сердца». Я хочу вас сразу предупредить, что мы здесь не будем говорить о ритуале вообще. То есть этот семинар не для пуджариев, сколько раз вокруг кого и как нужно крутить, предлагая те или иные упачары. Мы не будем здесь проводить мастер-классы, нет. Более того, мы не будем говорить о домашнем поклонении. Но мы как бы не будем прямо уж точно говорить о храмовом поклонении, но подразумевать мы будем храмовое поклонение. Храмовое, не домашнее. А для начала я хотел спросить, преданные, а кто из вас поклоняется божествам, например, в храме, или как-то участвует в поклонении? А дома? Очень хорошая тенденция. Дома несколько человек. Храмовое поклонение и домашнее поклонение. Домашнее поклонение никогда, никогда не сравнится с храмовым поклонением. Даже если вы поклоняетесь там каким-то особым шилом. Никогда. А в храме, например, все поклоняются Гауранита. Не думайте, что Гауранита это, ну, как бы это так, для простачков. Это непонятно что и непонятно для кого. А я вот поклоняюсь там Гирираджу дома. Молодец. Расика Бхакта. Джай. Удачи. Так или иначе, мы должны понимать, что Шрила Прабхупада прежде всего хотел, чтобы божества были центром общины. Божества, храмовые божества. Не домашние. Домашние божества не станут центром общины. Ну, может быть, это есть такие тенденции, но это не хорошие тенденции. Вот. Мы должны понимать, что, понятно, в каждой общине основу общины составляют люди, преданные. Но центром общины, вокруг которой все происходит, все действия, являются божества, является алтарь и поклонение им, без сомнений. Прабхупада, Шрила Прабхупада хотел именно этого. И поэтому мы будем говорить на эти темы, но я хотел бы даже уточнить. Когда я думал о том, как назвать этот семинар, я никак не мог подобрать каких-то правильных слов. И я позвал нашего главного филолога, Гауру Бурниму Прабху, и мы сидели, думали, и назвали его так. «Арчанам. Путь изменения сердца». Ну, как бы он такой очень обтекаемый. Здесь можно говорить о чем угодно. Но реально я хотел говорить об одной, на одну лишь тему. На одну тему. И я постараюсь придерживаться этой нити, этого курса. Если вам интересно, то оставайтесь. Я хотел поговорить, понятно, об арчане, нет сомнений. Но я хотел поговорить о развитии преданности через арчану. О развитии преданности через арчану. То есть это не просто какой-то департамент, где просто кто-то выполняет какой-то ритуал. Это нужно просто, ну как бы, ну да, иконы, божества, ну... Нет, я хотел именно говорить о том, что арчана – это тоже путь, который нам всем необходим. Я очень хотел, чтобы все вы, кто будете слушать, или, может, кто-то будет переслушивать потом этот семинар в записи, мы очень хотим того, чтобы преданные в наших общинах здесь, в Украине, в Молдове, очень серьезно относились к этому процессу, поклонению божеству в храме или служению божествам в храме. Понятно, Шрила Прабхупада выделяет Бхагавата Витхи. Понятно. Это путь. Да, нет сомнений. Но также он говорит и о Панчаратрике, о
по пути Панчарадрики, Панчарадрика Марга. Конечно, мы... Шрила Прабхупада ни в одном комментарии говорит о том, что мы не находимся далеко, ну, практически никто из нас не находится на уровне Харидаса Такура. Чтобы мы могли 24 часа в сутки повторять Святое Имя и при этом быть счастливыми. Может быть, мы можем себя заставить там на денечек, но потом мы очень сильно захотим кушать, а потом очень сильно захотим спать. И потом будем всем рассказывать, как мы один день повторили три лакха. Вот. Это очень сложно. Реально это очень непросто. 24 часа в сутки повторять Святое Имя. Хотя мы к этому должны стремиться. Нет сомнений. Это юга-дхарма. Без сомнений. Тем не менее, Шрила Прабхупада, когда говорил о пути, он говорил о двух рельсах. Это путь Бхагаваты и путь Панчарадрики. Что и тот важен. Для нас нужна регулируемая практика. Мы об этом будем говорить достаточно. Итак, мы очень хотим, чтобы уровень поклонения в храмах, божествам был достаточно на высоком уровне. Я скажу откровенно, ну скажем так, не при камерах сказано, уровень поклонения в Украине не слишком высок. Практически везде по всему миру в храмах поклоняются божествам дважды инициированные преданные. Вот. И от нас ожидается также это, что здесь будут поклоняться дважды инициированных. Дважды инициированные. Это не означает, что у нас в храме всего 5 дважды инициированных, вот прекрасно, пусть и поклоняются. Нам, а мы тут при чем? Это означает, что если у человека появляется желание быть причастным к этому великому служению Кришне, заметьте, что когда вы приезжаете в какие-то большие храмы, в какие-то очень значительные, ну, например, вы приезжаете в Кришна-Баларам-Мандир, или вы приезжаете там в Майпур, прежде всего, что впечатляет, конечно же, это алтари. Там можно стоять у алтарей и не отводить глаз, можно часами просто стоять. И понимать, что да, с одной стороны, Кришна прекрасен, но он прекрасен, потому что ему так служат. Когда мы видим все это убранство алтарей, сколько там деталей, сколько там всех тонкостей, мы понимаем, сколько любви у преданных по отношению к Кришне. И это реально впечатляет. Это очень впечатляет. И мы очень хотим, чтобы в наших храмах, в наших регионах было так же. Когда преданные, которые приходят на воскресную программу или приходят в храм, они не просто приходили там посудачить, поговорить, пообщаться, чтобы они бежали туда, потому что там божества, потому что там в этом алтаре, в этом божествах проявлена любовь преданных по отношению к Кришне. Гаура Нитая, Рады Кришне, не так важно. Ну, хотя мы об этом будем немножко говорить. Итак, или иначе, мы хотим... Я преследую такие цели преданные. Я не знаю, насколько у меня получится вас вдохновить. Вот, но я очень настроен. Я скажу откровенно, что если вы действительно по-настоящему соприкоснетесь с поклонением Божествам, это будет для вас служением на всю жизнь. Потому что оно чрезвычайно сладкое. Например, у нас в Киеве мы поклоняемся Раде Кришне. И иногда я присутствую, ну, становлюсь свидетелем таких разговоров, когда большой-большой менеджер говорит другому большому менеджеру: «Ну сколько ты можешь, у тебя есть более важные задачи». А этот менеджер говорит: «Я обожаю готовить для божеств. Я никогда не оставлю это служение. Я буду готовить столько, сколько мне будут давать возможности. 2 раза в неделю или 3 раза в неделю. Понятно, что есть, может быть, еще какие-то важные дела. Но для меня это, это мое сердце. Что-то делать для божеств. Служить им таким образом. И мы очень хотим, чтобы вот это настроение, оно передавалось, чтобы оно развивалось, и чтобы вы, каждый из вас в своих общинах, служа божествам, были счастливы, отдавая им все свое сердце, все свое внимание. И поклонение божествам, действительно, о них можно думать, ну, может быть, не 24 часа в сутки, а 25. Ты говоришь, можно на час раньше вставать. Итак, я скажу несколько слов об
о 5 днях, которые мы проведем вместе. Значит, у нас будет 5 дней, 5 тем. Конечно, каждый день мы будем говорить немного о теории, немного какой-то философии, каких-то объяснений. Конечно же, каждый день будут какие-то истории, которые будут говорить о преданности, о выражении преданности, бхакт по отношению к Кришне. И как Кришна также проявляет свою любовь и заботу по отношению к преданным. Или, может быть, кажущимся непреданным, но так или иначе, как Кришна проявляет себя по отношению к ним. Может быть, какие-то истории вы знаете, слышали, но не суть в этом. Это так или иначе, это катха. Это то, что, по идее, должно доставлять радость, приносить радость в сердце. Вот. Поэтому у нас будет каждый день немного теории, немного истории. Сегодня мы будем говорить, мы коснемся темы, так сказать, у истоков, то есть то, когда началось поклонение, как вот что-то древнее, может быть, со времен Кришны. Завтра мы будем говорить, приводить примеры из жизни Шри Чайтаньи Махапрабху и шестерых госвами. На третьей лекции мы будем говорить об ИСККОН, о том, когда о поклонении божествам во времена Шрилы Прабхупады. Четвертая лекция будет посвящена теме более приземленной, нет сомнений. И мы будем говорить о каких-то практических моментах, которые будут указывать на то, что абсолютно каждый член общины, и неважно, вы дважды инициированы или не дважды инициированы, или вы вообще не инициированы, или вы вообще не собираетесь стать инициированным. Никогда, может быть. Каждый может быть причастен к поклонению Божества. Каждый, абсолютно каждый. И пятое занятие, заключительное, будет посвящено очень практическим моментам, которые будут касаться о том, что мы можем делать в своих ятрах, для того, чтобы уровень поклонения, скажем так, как минимум не снижался, а только с годами возрастал, скажем так. И мы будем говорить о практических шагах конкретно, что можно и нужно делать в наших ядрах. Хорошо? Нормально? Недавно у нас был большой праздник в Киеве на Джуландьятру, в предпоследний день Джуландьятры. Джуландьятра – это время, когда в Индии считается самым жарким временем года, и обычно божеств Раду и Кришну катают на качелях. И в Киеве у нас также этот праздник отмечается, и в предпоследний день Джуландьятры каждый год – это у нас день, когда были установлены божества Рады и Кришны, день Брахмотсава. И мне старшие поручили давать лекцию, я готовился к ней и думал, о чем я могу рассказать. И я вспомнил про один из баджанов, который есть в наших песенниках, песни Ачарьев и Вайшнавов, «Джая Рада Кришна Гити», где автор перечисляет великих святых, которые в течение своей жизни они поклонялись божествам. И, например, Джайдев Госвами поклонялся кому? Рада Мадави. Например, Рупа Госвами поклонялся кому? Рупа Госвами. Кому поклонялся? Говиндаджи. Рупа Госвами поклонялся Говиндаджи. Санатану Госвами поклонялся Мадану Махану. Окей. Маду Пандит. Гопинатхи. Рады Гопинатхи. Окей. Шиладжива Госвами. Радха Дамодар. Окей. Гопал Бата Госвами. Рада Роман. Джай. Локанат Госвами. Рада Вино. Сиси Рада Вино. Рагунат Дас Госвами. Кому поклонялся? Рагунат Дас Госвами.
Он поклонялся? Он поклонялся Гирираджу. Все читания Махапрабху ему передал Шилу, Говардана Шилу, он поклонялся ей, Гирираджу. Окей. Вишна Чакраварти Такур? Радха Гокулананда. Радха Гокулананда. Харидас, с вами Харидас. Ну, окей, ладно. Банка Бихари. Вриндаване. Шьямананда, пандит. Рады Шьямасундари. Окей. Кто еще? Вакрешвара пандит. Ну, вы наверняка не знаете. Радаканда. Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Кандхарвика Гиридхани. Джай. И я скажу откровенно, всякий раз, когда я слышу выражения, подобные тому, что ну, арчана, поклонение божествам, это для неофитов. И я вспоминаю этот баджан. Думаю, для неофитов. Рупа Госвами, Санатана Госвами, Маду Пандит, Вишвана Чакраварти Такур, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Бхактивинода Такур, столько Адвайта Ачарья. Кому Адвайта Ачарья поклонялся? Мадана Гупалу. Мадана Гупалу. Адвайта Ачарья. Все они поклонялись божествам, которые по сей день, которым некоторые из них поклонялись божествам, которым тысячи лет. Тысячи лет. Говиндаджи, Гупинат, Мадана Гупалу. Божествам тысячи лет, которые были установлены царем, правнуком Кришны, Ваджранабхой. Мы сегодня немножко будем говорить об этом. И для них это было самое дорогое, что у них было, это божества. Или, например, Луканат Госвами, который поклонялся Радха Винода. Говорят, что когда он нашел это божество, нашел, когда Кришна решил ему открыть себя, когда он проявился перед ним, то он настолько был тронут этим доверием Кришны, что он божество носил всегда с собой. Он сделал мешок здесь. Говорят, божество весило 30 килограмм. 30 килограмм. И он всегда его носил с собой. Всегда. Куда бы он ни отправился. Куда бы он ни отправился. И поэтому, когда говорят поклонение божествам для неофитов, я думаю, ха-ха. О чем речь? О чем речь? Итак, когда Шри Чайтанья Махапрабху был здесь, когда его лилы были проявлены на земле, когда он являл здесь свои лилы, понятно, что то, что происходило в его сердце, понять нам очень сложно. Вопрос заключается в том, что для Бога проявлять эти эмоции, похоже, естественно. Как это понять? И как этого достичь? Это большой вопрос. Шри Чайтанья Махапрабху поручил своим очень близким спутникам, близким преданным, шестерым Госвами Вриндавана, и не только им, описать, как можно этой преданности достичь. Не просто, когда они декламировали или показывали свою преданность. Что делать нам, если у нас этой преданности нет? Как быть нам? Мы можем долго рассуждать, восхищаться. Что делать нам для того, чтобы развить такую преданность, которую они демонстрируют или демонстрировали? И вот Госвами Вриндавана написали замечательные книги, которые указывают нам, как эту преданность в своем сердце культивировать, как развивать эту преданность. В частности, Шрила Рупа Госвами написал Бхакти Расамрита Синду. Бхакти Расамрита Синду посвящено, это произведение посвящено тому, как развить в своем сердце преданность. Это инструментарий, что мы должны делать и как мы должны делать. Например, когда мы берем в руки эту книгу, мы видим, что Рупа Госвами описывает 64 анги, 64 процесса, как можно служить Кришне, проявляя таким образом преданность. И из этих 64 он выделяет 5 особо важно, наиболее главное, это повторение святого имени, это изучение Шримад Бхагаватам, священных писаний, это служение вайшнавам, это посещение святых мест и поклонение божествам.
Из всех из 64 наиболее важных он выделяет 5 особенных. Если человек следует этим процессам, то он очень быстро продвигается по духовному пути. Очень быстро. В том числе и поклонение божествам. В том числе и поклонение божествам. Если мы возьмем эти 64 анги, 5 из них основных, остается 59. Из 59 анг, которые остаются, 35 связаны с поклонением божествам. Это для того, чтобы продвигаться по духовному пути. 35. А если в сумме, то 36. Из 64. То есть это говорит о многом. Это говорит о многом. Итак, в Шримад-Бхагаватам есть множество мест, которые вдохновляют нас. Стоп, мы заканчиваем во сколько? 13:45. Окей. В Шримад-Бхагаватам есть огромное количество мест, где говорится о поклонении божествам. Шрила Прабхупада дает обширные, значительные комментарии к этим стихам, и мы будем об этом немного говорить позже. Мы будем кое-что цитировать и так далее. Но сегодня я бы хотел коснуться одной из глав, которая описана в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, это 3-я глава. 3-я глава 11-й песни Шримад-Бхагаватам. Она очень многогранная. В начале этой главы, хотя 11-я песня, это Шримад-Бхагаватам, это не та песня, которую комментировал Шрила Прабхупада. Он уже ушел. И ее комментировали его ученики, последователи Гопи Паранадхана Прабху и Хридаянанда Дас Госвами. Тем не менее, она очень-очень сладкая. 11-я песня. Я слышу, что преданные в последнее время очень много цитируют. Очень много цитируют шлоки из 11-й песни. Вот 3-я глава. В 3-й главе, конечно, в начале этой главы даются рекомендации для людей, которые, сердца которых полны материальных желаний, но при этом они как-то пытаются развивать преданность. Они занимаются преданным служением, но у них еще остались какие-то материальные желания. И это о ком? Это о нас. Это о нас. Это не о ком-то. Это не о каких-то преданных, у которых в сердцах остались материальные желания. Это о преданных, которые служат Кришне, но при этом что-то хотят получить взамен. И там дается много рекомендаций, что для этого нужно делать. Кришна все прекрасно понимает. В Бхагавад-гите он говорит об этом, что он прекрасно знает, что люди приходят к нему, каждый со своими мотивами. Кто-то желает богатства, кто-то попал в беду, кто-то желает обрести знания. Да, без сомнений, мы чего-то хотим, но мы пришли к Кришне. Кришна это ценит. Окей, хорошо. Но понятно, что наверняка большинство из вас находятся на более высокой стадии своего уровня, своего сознания. В том плане, мы понимаем, что даже если мы решим все свои материальные вопросы здесь, в материальном мире, вот по-настоящему счастливыми здесь мы не станем. Даже если наши материальные желания осуществляться. Понятно, без сомнений. Но буквально в конце этой главы приводится уникальный стих. Этот стих произносит Шри Верхотра, один из героев Шримад-Бхагаватам. И этот стих буквально описывает, что нужно делать для того, чтобы очень быстро преодолеть влияние ложного эго. Я думаю, что для нас этот вопрос должен быть очень интересен. Потому что у каждого из нас, во-первых, мы – это эго, но у большинства, наверное, оно ложное. Мы не отождествляем себя со слугами Кришны, скажем так. И этот стих говорит, это 47 стих 3 главы 11 песни.
о том, он говорит о том, как очень быстро избавиться от ложного эго. И я не буду читать санскрит, я в этом слабо что понимаю. Тем не менее, перевод. Тот, кто желает немедленно разрубить узел ложного эго, которое связывает трансцендентную душу, должен поклоняться Верховному Господу Кешаве по правилам, приведенным в таких разделах вед, как тантры. Интересно, что ученики Шрилы Прабхупады, которые переводят, дают комментарии к этому стиху, наверняка они опираются на комментарии предыдущих ачарий. И интересно, в комментарии они говорят, что означает поклоняться Господу, которого здесь, в этом стихе называют Кешавой. И буквально это означает Кешава, ачарьи комментируя, говорят, Кешава означает Господь, который принимает всевозможные формы. Господь, который принимает всевозможные формы. И когда в этом стихе говорится, что всем этим формам Бога нужно поклоняться с помощью тантры, ачарьи буквально объясняют, тантра в данном контексте означает вайшнава тантра. И по сути речь идет о Нарада Панчаратре. Так комментируют ачарьи этот стих. Речь идет о Нарада Панчаратре. Итак, если мы хотим, это говорят, этот стих из Шримад Бхагаватам. Если человек хочет очень быстро избавиться от ложного эго, он должен поклоняться Кришне в различных его формах, но, так сказать, прибегая к руководству Нарада Панчаратры. Тогда человек очень быстро сможет избавиться от ложного эго. Почему? Это вопрос. Об этом мы немного поговорим. Конечно же, мы видим, что в нашей жизни в большей или меньшей степени, как мы взаимодействуем с людьми в этом мире, как мы взаимодействуем с социумом, во многом зависит от того, с кем мы себя отождествляем. Например, когда мы начинаем служить какому-то человеку, например, что-то делать ему. Например, когда в семье появляется ребенок. И мать, и отец, мать наверняка в большей степени, она каждый день, каждую ночь, каждый вечер и каждое утро, она служит. И что возникает у нее в сердце? Возникает, со временем в сердце развивается привязанность. В конечном итоге привязанность перерастает в глубокую любовь, в глубочайшую любовь. Итак, когда мы начинаем служить объекту нашего поклонения или тому объекту, с которым мы хотим, так сказать, по отношению к которому мы хотим развить какие-то чувства или какую-то любовь, в конечном итоге это все приводит к тому, что мы начинаем отождествлять себя со слугой этой личности. То есть тогда для нас весь этот процесс или кажущийся ритуал, он превращается не просто в теорию или не просто в какие-то жесты. Это все предназначено для того, чтобы мы могли проявлять свое сердце, выражать свою эмоцию по отношению к Божеству. То же самое, когда человек поклоняется в форме арчи-мурти, арчи-виграхи. Он вкладывает туда всю свою душу, все свое сердце. Мы об этом будем говорить чуть позже. Шрила Прабхупада приводит уникальное описание, как, я думаю, что каждый из вас думал, преданные, которые, ну, скажем так, не первый год движения, и вы прекрасно понимаете, что есть понимание, есть объяснение, что все мы сейчас находимся на уровне садхана-бхакти. И у садхана-бхакти есть две ступени. Есть ваидхи-садхана-бхакти, есть рагануга-садхана-бхакти. И когда мы говорим о рагануга-садхана-бхакти, мы понимаем, что это где-то что-то, ну, нечто запредельное. Но вот сегодня мы поговорим о том, как объясняет, что такое рагануга Шрила Прабхупада. Все очень просто. И мы об этом поговорим чуть дальше. Итак, преданный, у меня не ковид. Я кашляю не поэтому, простите. У меня такое несколько раз было в жизни, и я вот сейчас пел, мне залетела мошка.
И она, похоже, она борется с жизнью, а я... Я не знаю, как ей помочь. Я попытался ее запить, но никак. Простите. Слушай, это Кришна. Да, она сейчас молится. Итак, Кришна в Бхагавад-гите во многих местах открывает себя. Например, есть знаменитый этот стих под Рампушпампалантая, где Кришна говорит, что если человек с любовью и преданностью предложит мне листок, цветок, плод или воду, я непременно приму это. Так, с одной стороны, мы понимаем, что этот стих говорит об отношении, и, по сути, он объясняет, что любовь означает конкретику. Не просто так, что я люблю. Эта любовь должна быть в чем-то выражена. Эта любовь должна быть как-то оформлена. И Кришна говорит, он намекает, что если ты хочешь проявить свою любовь, принеси мне что-то. Принеси мне листок, цветок, плод или воду. И если ты это будешь делать с преданностью, с любовью, я непременно приму это. То есть любовь – это не абстрактное понятие. Это не абстрактное понятие. Кришна хочет, чтобы... Он желает, нет сомнений, чтобы ему служили. И он хочет принимать это служение. Но оно должно быть в чем-то выражено и делаться с определенным чувством. Тогда окей. Еще один момент. Еще один очень важный момент этого стиха. 47 стиха, 3 главы 11 песни. Здесь говорится о том, что мы можем и должны служить Божеству в конечном итоге, для того, чтобы избавиться от ложного эго. Но дается объяснение, что мы должны делать это с помощью тантры, вайшнава тантры, нарада панчаратры. И в этом тоже глубинный смысл. В этом тоже есть глубинный смысл. Этот смысл заключается в том, что нам поможет быстро прогрессировать и быстро избавляться от своего ложного эго. Это когда наша деятельность регламентирована. Когда мы поклоняемся божествам, прежде всего храмовым божествам, есть четкие правила, что нужно делать, как нужно делать и когда нужно делать. И если мы не соответствуем этому, например, мы опаздываем, или, например, мы что-то делаем не так, это все является оскорбительным по отношению к божеству, по отношению к Кришне. Но если мы делаем все в соответствии с предписаниями шастр, то тогда Кришна очень доволен. И тогда наша жизнь упорядочивается. Ну, то есть, например, если бы, ну, вот те преданные, которые служат в храме, согласитесь, если бы мы не поклонялись божествам в храме, а были предоставлены сами себе, вот просто как хочу, так и живу. Чаще всего, но скорее всего, мы бы вставали, когда хотели, ложились бы, когда хотели, омывались бы, когда хотели. Но когда мы поклоняемся божеству в храме, этот вопрос, он вообще не обсуждается. Ты в 4, например, должен разбудить божеств. Это означает, что ты уже должен быть омытый. Это означает, что у тебя должна быть чистая одежда. У тебя должны быть поставлены знаки тилаки нанесены. Ты должен молиться, ты должен просить благословения у духовного учителя. Наша жизнь становится очень регламентированной. Шрила Прабхупада на этот счет очень четко говорил, что когда он говорил о том, почему преданный должен поклоняться божествам, и он один из аргументов, который приводит Шрила Прабхупада, он говорит, что если вы хотите оставаться чистыми, поклоняйтесь божествам. Если вы хотите оставаться чистыми, поклоняйтесь божествам. Как телесно, так и внутренне. Как телесно, так и внутренне. Это вещи очень связаны. Очень связаны. Итак, когда преданный начинает поклоняться божествам, и когда объектом его служения являются божества, то тогда нет сомнений в том, что
сознание такого человека меняется. Как говорят, сознание такого человека меняется с эгоистического на богоцентрическое. Когда обычно, когда у нас нет объекта нашей любви, и когда объектом нашей любви является единственная личность, это я. Тогда, когда мы выходим в мир, все, что мы видим вокруг себя, мы думаем, о, это для меня, и вот это для меня, и вот это можно купить, и вот это можно. Но когда человек начинает поклоняться божествам, его сознание становится богоцентрическим. Он выходит в мир, и он понимает, что, о, вот это может быть предложено Кришне, вот эти цветы, или вот эти яства, вот эти фрукты, вот эти овощи, или еще что-то, или вот эти ткани, или украшения, или одежды. И так такой человек начинает думать о том, как я могу служить Кришне, и что я могу использовать для служения Ему. И вот интересно, Шрила Прабхупада, комментируя Бхактирасамрита Синдху, он описывает нектар преданности, он описывает, как происходит переход от Ваиды к Рагануге. Он описывает, как происходит переход от регулируемой практики к спонтанной. И в чем она заключается? Мне было очень интересно. Я уверен, что вы это читали. Не уверен, что вы обращали на это внимание. Я немного почитаю. Шрила Прабхупада говорит. Садхана Бхакти, то есть практики преданного служения, можно выделить две ступени. Первая ступень называется служением, основанным на соблюдении регулирующих принципов. При этом преданный следует регулирующим принципам, беспрекословно выполняя все указания духовного учителя или авторитетных писаний. Это называется ваидхи, то есть регулируемое. Все эти предписания преданный должен выполнять безоговорочно. Вторая ступень садханы бхакти называется рагануга. Рагануга начинается с того момента, когда человек, соблюдающий регулирующие принципы, послушайте, рагануга начинается с того момента, когда человек, соблюдающий регулирующие принципы, развивает в себе некоторую привязанность к Кришне и начинает заниматься преданным служением из любви к Нему. К примеру, тому, кто занят преданным служением, предписывается вставать рано утром и проводить арати, что является одной из форм поклонения Божеству в храме. На начальной стадии он встает рано утром и проводит арати, выполняя указания своего духовного учителя. Но постепенно в нем развивается искренняя привязанность к этому, и тогда он уже сам старается украсить мурти Господа, нарядить его в красивые одежды и все время думает о том, как лучше ему служить. Служение на этой ступени еще относится к регулируемой практике бхакти, садхана бхакти, но это любовное служение уже спонтанно. Человек занимается им по внутреннему побуждению. Итак, практика преданного служения делится на регулируемую и спонтанную. Конец цитаты. Итак, первое. Шрила Прабхупада, когда он описывает переход от ваидхи к рагануге, первое, он использует пример поклонения божествам. Поклонение с поклонением божествам. Второе, он говорит, что когда вы делаете, служите божествам, потому что надо, потому что попросили, потому что это означает, что ваш ум не там. Вы пришли и сделали, потому что. Но когда ваш ум думает об этом процессе, когда, например, ну вот я знаю, преданные, которые... Бедная. Преданные, которые, например, служат в Киеве, то, что я вижу. Они, например, готовятся, я знаю, что и во многих других городах то же самое. Когда кто-то думает, что мы приготовим. То есть 108 блюд опять одно и то же, или может быть что-то новое. Или какие будут одежды, или какие будут украшения, или какая там на алтаре будет лила. Преданные, которые служат ежедневно, они с вечера, или, например, за несколько дней, они уже понимают, какое сочетание цветов, какой фон к этим одеждам, какую челму сделать, и так далее, и так далее. Шрила Прабхупада говорит здесь. Да, здесь описано как бы упрощенно, дальше будет более сложно. Но здесь Шрила Прабхупада говорит, это спонтанный уровень. Когда человек мыслями
постоянно думает о своем служении Кришне. Это спонтанный уровень. Это нерегулируемая практика. Не думайте так, что рагануга это где-то там для кого-то, для каких-то там рагатник и так далее. И вот Шрила Прабхупада. Конечно же, когда Шрила Рупа Госвами описывает поклонение Божеству, он говорит, вернее, описывает среди анг поклонение Божеству, он говорит о том, что поклонение должно осуществляться с верой, без сомнений. И мы должны понимать, что Кришна является личностью, и Кришна через Божество принимает наше служение. Приводится такой пример, как в Махабхарате описывается случай, когда Арджуна, ну, чтобы не рассказывать слишком эту историю, суть, они не поделили что-то с одним охотником. И они решили прояснить свои отношения, так сказать, посостяжавшись в своем могуществе и своей силе. И этот охотник дал ему, этому Арджуне, очень сильный отпор. И Арджуна чувствовал, что он теряет силы, реально. И тогда Арджуна, он на мгновение остановился, и в своем уме он стал предлагать поклоны свои и молитвы Господу Шиве, прощая его о помощи, и он в своем уме предложил гирлянду Господу Шиве. И следующее мгновение он увидел, что эта гирлянда находится на этом охотнике. И он понял, почему он проигрывает это сражение. Итак, на что ты медитируешь, что оно проявляется, Кришна принимает, это был Господь Шива. Итак, Кришна принимает наше служение посредством Арчи-мурти, принимает. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, когда он был здесь на земле, он очень испытывал глубокие чувства и глубокие эмоции, когда он находился перед Божеством, например, перед Божеством Господа Джаганнатхи. Вы можете это читать в Чайтанье Чаритамрите. Он очень любил, когда он шел по пути в Пури, и когда ему рассказывали историю о Сакши Гопале, он был просто очень счастлив. Одной из самых любимых его историй была о его история, которая связана с учителем его учителя. У Ишвара Пури был учитель Мадхавендра Пури. Он очень любил историю, которую ему рассказывали о Шри Чори Гопинатхе, который спрятал сладкий рис для своего слуги. Для Шри Чайтанья Махапрабху это божества. Шри Чайтанья Махапрабху с замиранием сердца слушал все эти истории. Он был очень счастлив, слушая все это. И, конечно, мы должны понимать, что когда мы служим, мы должны понимать, что Кришна является личностью. Это означает, что что-то он принимает, а что-то он не принимает. Что-то ему нравится, а что-то ему не нравится. Поэтому все преданные, которые участвуют в храмовом поклонении, все вы знаете о том, что мы можем что-то сделать не так. И обычно, чтобы избавиться от этих, скажем так, неосознанных оскорблений, мы всегда в конце произносим молитвы, которые обращены к Кришне. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Если я что-то сделал несовершенным образом, пожалуйста, прости. Пожалуйста, прости. Интересно, еще несколько слов буквально. Еще несколько слов. Горгавинда Махарадж. По сути, мы видим настроение, в котором он описывает, что значит приблизиться к божествам. Например, что значит приблизиться к Раде и Кришне. Нет сомнений в том, что все это мы находим у ачарьев. Например, Наратам Дас Такур, Лала Самая Прадхани. Он говорит, что если мы действительно желаем войти, приблизиться к играм Рады и Кришны, то мы не можем это сделать без милости Шри Чайтанья Махапрабху. Горгавинда Махарадж. Понятно, милость Шри Чайтанья Махапрабху, там также в этом баджане. Мы не можем обрести без милости Нитянанды Прабху. А милость Нитянанды по милости Шестер Госвами. Горгавинда Махарадж, описывая, так сказать, проявляя свое настроение, он как-то говорил, что если что в нашей сампрадае
Поклонение Рады Кришне невозможно без поклонения Гауранги. Невозможно. Невозможно. Мы Гауди Вайшнавы. Или, скажем так, мы стремимся ими стать. Гауди Вайшнавы. И поэтому Горгавинда Махарадж как-то сказал, даже если я увижу Раду и Кришну лицом к лицу, и даже если я увижу Раду Кришну во Вриндаване, но если там не будет рядом Шри Чайтанья Махапрабху, если там не будет Гауранги, я туда не пойду. Я туда не пойду. Поэтому Гауди Вайшнавов, Рады Кришне поклоняются, всегда есть изображение Гауранги. Шрила Прабхупада очень хотел этого. Практически во всех храмах ИСКОН, которые были открыты и которые, похоже, и сейчас открываются, практически везде есть божества, либо Гауранитай, либо Гаургададхар, но везде присутствует Господь Чайтанья. Везде присутствует Господь Чайтанья. Итак, это то, чего хотел Шрила Прабхупада. Я, может быть, расскажу несколько каких-то историй небольших из жизни преданных, которые указывают и иллюстрируют, насколько Кришна любит своих преданных и насколько преданные любят Кришну. Когда Кришна был здесь на земле, когда он был во Вриндаване, говорят, что Вриндаван, он был настолько прекрасен, там были ароматы, не которые сейчас, которые мы слышим, к сожалению, мы слышим, потому что дхаму мы можем понять и познать ушами. Когда мы приезжаем в святое место, то мы должны больше слушать. Но было огромное количество ароматов, были очень красивые деревья, цветы росли. Говорят, что когда Кришна был на земле, то луна всегда была полной, она никогда не была ущербной. Луна. Можете себе представить. Полубоги, они стояли в очередь, желая каким-то образом проявиться во Вриндаване, чтобы выполнить там какое-то служение. Господь Брама, он хотел кататься в пыли, в Ражарену, Вриндавана, чтобы получать благо. Или Удава, ученик Брихаспати, он желал родиться травинкой во Вриндаване, просто травинкой во Вриндаване. Вриндаван, когда здесь был Кришна, очень процветал. Но когда Кришна ушел, буквально через несколько лет, Вриндаван утратил свою красоту, свою сладость, утратил буквально все. И вот великие спутники Господа Кришны, конечно же, я должен упомянуть о его правнуке, о Махарадже Варджанабхе. Прошло сколько-то десятков лет после ухода Шри Кришны, и Вриндавана уже, Вриндаван было не узнать вообще. И он отправился туда, Махараджа Варджанабха, с одной целью, для того, чтобы восстановить Вриндаван, для того, чтобы восстановить его. И там были установлены огромное количество божеств Махараджи Варджанабха. Говорят, что он установил божества, некоторым из которых поклоняются по сей день. Он установил четыре дева. Это Говинда Дев, которого мы знаем сейчас как кто? Говинда Джи. Говинда Дев, он был установлен во Вриндаване. Харидев. Харидев был установлен на Говардане. Кешава Дев в Мадхуре. И Дауджи. Дауджи это кто? Баларам. Это Господь Баларам. Он был установлен, это божество было установлено в Махаване. Он установил два Гупала. Это Мадана Гупал. Это кто? Мадана Гупал. Это Мадана Махан, который сейчас Мадана Махан. Мадана Гупал. И Сакши Гупал, то знаменитый Сакши Гупал, который почти дошел до Пури. Чуть-чуть там оставалось. Я думаю, что кто-то из преданных бывали в этом храме Сакши Гупала, рядом с Пури. Он установил четыре Ишвары. Это Гупешвара Махадев. Он находится в Вриндаване, Чаклешвара Махадев находится на Говардане, на Манасиганге. Камешвара Махадев находится в Камьяване. И Бутешвара Махадев находится в Мадхуре. Он установил четыре деви. Йога Майя в Вриндаване, Паталешвари Деви в Мадхуре, Вриндадеви в
Камьявани. Некоторые преданные ездили туда и получали даршан в Риндадеве. Это единственное божество, которое, когда божества из-за нашествия мусульман, Аурангзеба, они ушли из Вриндавана, то в Джайпур, большинство из них в Раджастан, в Джайпур, то в Риндадеве осталось там, осталось во Вриндаване, буквально на границе, во Врадже, буквально на границе Врадже. Итак, в Риндадеве в Камьяване и Манаси Деви на Говардане. Манаси Деви. И также в Равале было установлено божество Радарани. Итак, несколько слов. Периодически происходило так, что это поклонение прерывалось и останавливалось. Буквально прошло несколько тысяч лет после того, как Махараджа Варджанапа установил эти божества, эти были прекрасные храмы, в которых им поклонялись. В 1017 году великий мусульманский правитель Махмуд Газневи, в 1717 год очень значимый, был 1917, потом у нас был 2017, когда были установлены Рада Кришна в Киеве. Но вот в 1017 году он напал на Вриндаван и полностью разрушил его, полностью разграбил его. Говорят, что когда вывозили божеств из Вриндавана, эти статуи, которые были сделаны из золота, из серебра, то ему понадобилось, чтобы вывести все богатство Вриндавана, более 100 верблюдов. Это все было просто драгоценности, это была роскошь, которая была в храмах Вриндавана. В Матхуре, там, где находится Джанмастан, место явления Кришны, там был прекраснейший храм, не тот, который сейчас, там был прекраснейший храм, и он был просто стерт с лица земли полностью, он сравнял его с землей. И он когда-то, его спросили по поводу этого храма, и он сказал, что мне, хотя я очень богатый человек, чтобы построить подобный храм, мне понадобилось бы 200 лет и 100 миллионов динаров. И так как у меня нет столько времени и нет столько денег, чтобы мое богатство превосходило это, я стеру его с лица земли, просто этот храм, чтобы стать самым великим. Это Махмуд Газневи. Прошло еще какое-то время, преданные пытались восстановить Вриндаван, и буквально через 500 лет, в 15 веке, Шикандар Шах Лоди, он также пришел во Вриндаван и разрушал эти храмы, прекрасные храмы, которые были отстроены преданными, для того, чтобы поклоняться Кришне. Есть эта знаменитая история, как он статуи божеств он отдавал мясникам, чтобы они их использовали как гири, чтобы можно было на весах вешать и измерять, сколько весит плоть животных. И этот Шикандар Шах Лоди всем жителям Вриндавана, мужчинам, он запретил бриться, чтобы они все были похожи на мусульман, чтобы они были все как мусульмане. И, конечно, Шри Чайтанья Махапрабху, когда он пришел, одно из его главных миссий, это было то, чтобы восстановить Вриндаван. Это было одной из важнейших миссий. Он очень сильно хотел, чтобы Вриндавану было возвращено былое величие и слава. Было величие и слава. Но после ухода Шри Чайтанья Махапрабху пришел Аурангзеб, великий правитель Аурангзеб. И он очень ненавидел вайшнавов, ненавидел. Аурангзеб является никем иным, как сыном этого, я не знаю, как сказать, мусульманского правителя, который построил Тадж-Махал. Тадж-Махал? Шаджа. Как? Шаджа. Не смогу повторить. Шаджа. Да, да. Так или иначе, Аурангзеб является его сыном. И он ненавидел вайшнавов. Он всякий, из года в год, он выпускал какие-то постановления, которые так или иначе должны были, так сказать, унизить или принизить вайшнавов. Однажды
Он, один из первых декретов, который он издал, заключался в том, что все индусы, все хинду, они были лишены всех денежных пособий, вот, чтобы они жили в нищете, желая, чтобы они таким образом принимали мусульманство, когда их жизнь поставят на колени. Однажды, в 67 году, 1667 год, вышел закон, где, в котором он указал, что он хочет разрушить все вайшнавские храмы. Вот. Есть эта знаменитая история, когда он разрушил храм Говиндаджи, когда он увидел из Агры, от Агры до Вриндавана примерно 80 километров, у него была резиденция там, и когда он увидел свет, который исходит оттуда, он послал туда войско, чтобы разрушили этот храм. Но перед этим он также, когда он понимал, что вайшнавы – это те, кто служит Богу, и он хотел как-то остановить этот процесс поклонения, говоря, что он отдал приказ, чтобы воины пошли туда и уничтожали преданных вайшнавов. И он отдал приказ, он отправил 5000-ное войско во Вриндаван, 5000 человек, воинов. И он отдал им приказ, чтобы эти люди, когда они встречали браманов, которые со шнурами, чтобы они отрезали этим людям пальцы правой руки, большой палец правой руки, чтобы они не могли повторять гаятри и не могли служить божествам. А также он отдал приказ, что если кто-то будет сопротивляться, чтобы ему просто отрубали руку, правую руку, чтобы они не могли поклоняться божествам. И говорят, что буквально через несколько дней в Агру шли сотни повозок с отрубленными пальцами и руками преданных. Это все то, что делал Аурангзеб. Это все то, что делал Аурангзеб. И тем не менее, хотя он был таким негодяем, с ним произошел однажды удивительный случай. Когда он чувствовал огромное могущество и огромную силу, он понимал, что нет никого, кто превосходил бы его в могуществе, он позвал одного из своих советников и спросил его: «Скажи, пожалуйста, может быть, ты знаешь кого-то среди хинду, который превосходит меня в могуществе?» И этот человек сказал: «Я знаю одну личность, которую ты никогда не победишь. Никогда». Он усмехнулся и спросил: «И кто же это?» И он говорил: «Это Дауджи, это Господь Баларама. Его ты не сможешь победить никогда». И он сказал: «Посмотрим». И он собрал огромнейшую армию воинов, которые были обучены, вооружены до зубов, и они отправились. Они отправились во Вриндаван, чтобы во Враж, чтобы найти Дауджи. И вот когда им оставалось там не так далеко до этого храма, они спрашивали у людей: «Далеко до Дауджи?» Они говорят: «Да, тут 15 минут хода». И эта армия нашла сутки, они бродили и не могли найти этот храм. И потом они опять останавливались и спрашивали у людей: «Где этот храм?» «Так вот, 10 минут тут идти». И опять они шли туда. Они ходили неделю и не могли попасть в этот храм, чтобы найти Дауджи, чтобы найти Господа Баларама. Неделю. И в какой-то момент Аурангзеб, он остановил свою армию и сказал: «Стоп, дальше мы никуда не идем». Он закрылся у себя в шатре и просто стал плакать. И в какой-то момент он стоял на коленях, и он говорил Всевышнему, который был у него в сердце: «Я признаю, ты победил меня. Я признаю, что ты победил меня. Я понял, что ты устраиваешь со мной. Я не могу тебя даже увидеть. Я обещаю тебе, что я дам тебе владение, я дам тебе земли. Богатство, которое есть у меня, я подарю тебе. Пожалуйста, позволь мне увидеть тебя». Это Аурангзеб. И через 10 минут он оказался у стоп Дауджи. Господь Баларама позволил ему приблизиться к себе, потому что этот негодяй, который убивал вайшнавов, который столько всего плохого делал, он покаялся, и он припал к стопам Господа Кришны и Баларамы. И говорят, что когда этот царь Аурангзеб, когда он получил даршан Господа Баларамы,
Он написал собственноручно, в музее есть, это его расписка, которую он написал Дауджи, в которой он говорит: «Я царь Аурангзеб, Шах, дарю Дауджи Махараджу владение, потому что он оказался сильнее, чем я. Я преклоняюсь перед ним». Это царь Аурангзеб. Итак, эта история очень поучительна. Хотя он был негодяем, хотя он был правителем, который убивал вайшнаву. Тем не менее, когда он предался Кришне, когда он предался Господу Баларами, Дауджи позволил ему увидеть себя и получить даршан. Но если Кришна не хочет появиться перед кем-то из нас, то мы ничего не сможем сделать. Он будет нас водить вокруг пальца. Помните, как в этой истории Гуру Говинда Махарадж, он говорит в отношениях с духовным учителем: «Учитель может нас просто обмануть, может обвести нас вокруг пальца». И, как он говорил, «Тичер, учитель, станет читером, обманщиком». И обманщиком не в том смысле, что он будет нас обманывать, а мы будем думать, что это обычный человек. Так же и мы, когда приходим в храм, мы можем думать: ну, обычные статуи, ничего особенного. Кришна обманывает нас. Мы не способны принять, что это сам Господь, которому мы можем служить. Аурангзебу он позволил приблизиться к себе. Позволяет ли Кришна приблизиться нам к себе? Ну, нам к себе, Кришне. Это большой вопрос. Итак, мы должны понимать, что духовная жизнь означает предание и означает преданность, которую мы можем и должны проявлять настолько, насколько позволяет нам наша чистота нашего сердца. Мы можем быть квалифицированным, или мы можем быть как бы неквалифицированным. Но если мы искренни, Кришна позволит нам приблизиться к себе. Кришна позволит. Я, может быть, в заключение расскажу еще одну историю. Через 2 минуты мы заканчиваем. Если вы устали, вы можете встать и выйти без проблем. Ну, обед в 2 часа, сейчас без 15. Я, может быть, расскажу историю. Я хочу рассказать историю про одного мусульманина. Это знаменитая история. Ее рассказывал все время Мадхавананда Прабху. Я несколько раз ее рассказывал в лекциях. Но мне кажется, она здесь тоже очень-очень уместна. Потому что одни из первых божеств, о которых мы знаем о божествах, которые установил Ваджанапха. Но есть божества, которые установил сам Господь Брама, и которым поклоняются по сей день. Это кто? Это Господь Джаганнат. Это Господь Джаганнат, которые были установлены самим Господом Брамой. Еще с тех времен, как говорится, поклоняются этим божествам. Говорят, что в храме Господа Джаганатхи, которому насчитывается около 2000 лет, во всяком случае, так я слышал, в том виде, в котором мы видим его сейчас, практически, плюс-минус, на протяжении 2000 лет поддерживается огонь, на котором готовят все и предлагают упачары, которые нужно поджигать. На протяжении 2000 лет поддерживается огонь. Итак, в свое время Ариса подвергалась нападкам различных мусульманских правителей, мусульманских царей. И однажды, так или иначе, набеги туда, на Арису, на Пури, устраивал один из великих мусульманских правителей, которого звали Лалбек. Он был очень могущественным. У него была огромная армия, и он грабил храмы, они насиловали женщин, они убивали преданных, они оскверняли все, что попадалось, и всех, кто попадался им на пути. И вот этот Лалбек однажды, в какой-то момент, он решил напасть на Пури, на Джаганнатха Пури, и ограбить храм Господа Джаганнатхи, и осквернить его. И вот с огромной армией он подошел очень близко к этому городу Джаганнатха Пури, и решил остановиться там и передохнуть несколько дней, чтобы набраться сил, и потом вступить в сражение и захватить этот город. И однажды утром он решил принять омовение, и
Он отправился на озеро и на своем коне. Он прибыл на какое-то озеро, которое было там в предместье недалеко. И он омылся, и он увидел, что недалеко там также совершает омовение какая-то индуска, хинду, девушка. И она ему очень понравилась. И когда он оседлал коня, он на коне подскакал к ней и схватил ее в охапку, забросил на коня и стал с ней, так сказать, удаляться от Пури. И эта девушка, она была хинду, ее звали Лалита. Она была преданной Господа Джаганнатхи. И она стала просить его: пожалуйста, отпусти, зачем я тебе нужна? Но она была очень прекрасна. И он сказал: ты мне не просто нужна, я готов тебя взять в жены, я готов сделать так, что ты станешь моей женой. У меня уже есть жены, ты будешь еще одной. И эта Лалита понимала, что либо он просто использует ее, выбросит ее просто-напросто, либо она станет его женой. И она сказала: хорошо, я готова стать твоей женой, но на одном условии, что ты мне пообещаешь, что ты уберешь свою армию и никогда сюда не будешь приходить, в Пури, потому что здесь находится Господь моего сердца, Господь Джаганнат. И он сказал: я обещаю тебе, не проблема. И вот он вернулся обратно в свой стан, и все увидели, что он с какой-то матаджи. И он сказал, что: познакомьтесь, это моя жена, и мы уходим отсюда, мы уходим. И он отдал приказ разворачиваться. Все министры были против: как так, Балбек, что ты делаешь? Мы пришли сюда столько дней для того, чтобы теперь полакомиться, что ты делаешь? И Балбек сказал: все, что я искал, я уже нашел, мы уходим отсюда. И когда они вернулись в свой город, его вышли встречать его жены, и он представил эту девушку. Он никому не сказал, что ее зовут Лалита, он сказал, что ее зовут Фатима. И все думали, что она мусульманка. Никто не знал, что она хинду. И этот Лалбек представил ее, и, так сказать, он продолжает жить той же жизнью, которой он и жил. Он нападал на вайшнавские селения, там, где люди поклонялись Богу. Он грабил, убивал вайшнавов и насиловал женщин. И вот через какое-то время у них с Фатимой, с Лалитой появился сын, которого назвали Салабек. И этот сын, когда подрос, он, естественно, полностью повторял все то, что делал его отец. Он был его хорошим учеником, и он был хорошим сыном. Он знал, что его мама и его папа, они мусульмане, и он был очень предан своим родителям. И когда он подрос, то же самое, он был одним из генералов в армии Лалабека. И вот в какое-то сражение Лалабека убили. Он погиб в одном из сражений. И Салабек возглавил армию. Какое-то время он был военачальником этой армии своего отца. И вот прошло время, и также в одном сражении этого Салабека он был смертельно ранен, его ранили. И когда его принесли обратно в свой стан, ему пытались помочь лучшие врачи. Когда его привезли обратно к матери, он лежал дома, и он реально умирал. Он реально умирал. И вот, когда от него уже все отказались, когда не было никаких возможностей спасти его, и его мать, Фатима, она пришла к своему сыну и упала к его стопам. И она стала говорить ему: мой дорогой сын, я хочу открыть тебе правду. Перед смертью ты должен знать, кем являются твои родители, чтобы, если когда ты уйдешь, чтобы ты ушел с чистым сердцем. И она стала говорить ему, она плакала, и она говорила: я хочу тебе открыть тайну нашей семьи. Ты должен знать,
что хинду, которых ты ненавидишь, людей, которых ты ненавидишь и которых ты убиваешь на протяжении лет, ты должен знать, что твоя мать Фатима является не Фатимой, а Лалитой, и я тоже хинду. И Салабек, когда услышал эти слова, он не мог поверить своим ушам. Он стоял на коленях перед своей матерью, и он не знал, что он должен сделать для того, чтобы искупить этот грех, который он через всю свою жизнь он нес, эти греховные поступки, которые он совершал, убивая этих людей. Он не знал, как искупить. Но он знал, что у его матери, Фатимы Лалиты, была комната, в которую она никого никогда не пускала. Там был ее Бог, которому она поклонялась. Там был Господь Джаганнат. Она никого туда не пускала. И он сказал тогда, перед смертью я хочу попросить прощения у твоего Бога, у Господа Джаганнатха. И Лалита сказала, мать сказала ему, Салабек, тебе никто не может помочь, ты умрешь. Но единственный, кто если и может тебе помочь, это Господь Джаганнат. Склонись перед ним. Склонись. И Салабек вошел в эту комнату, в покое своей матери. И он упал перед божеством Джаганнатхи. И стал горячо молиться. И он сказал, что если в течение 7 дней Господь Джаганнат не исцелит меня, то я покончу жизнь самоубийством. Я просто перестану жить. Я не буду терпеть эти муки. Самое удивительное заключается в том, что Салабек выздоровел через день. Через день он был абсолютно, как он и был ранее. У него не было ничего, никаких признаков болезни, никаких ран, ничего. Через день. Говорят, что когда с ним все это произошло, он оставил свою прежнюю жизнь. Он решил уйти с матерью во Вриндаван и посвятить свою жизнь служению Кришне. Говорят, что стихи, которые Салабек, будучи мусульманином, писал, прославляя Раду Кришну, нет более великого поэта-мусульманина, который так прославлял Раду и Кришну. Хотя многие знали, сколько он горести доставил, его не пускали ни в один храм. Когда они шли из Пури во Вриндаван, его не пускали ни в один храм. Все гнали его прочь. Его гнали метлой просто, этого Салабега. Но он смиренно терпел все то, что по отношению к нему делали хинду. Это было, похоже, заслуженно. Но тем не менее, однажды, это было еще в Орисе, когда они шли по пути во Вриндаван со своей матерью, с Лалитой. Однажды они пришли в один город, который называется Баласар. И там есть один из храмов Шьямасундары.